В общем, ребят, то чувство, когда на улице лучше, чем в помещении. Я ж не врёшь, что ты дрыщ в лесу. Я не парюсь, я действительно дрыщ. Ё-моё, вот это, ребята, мы едем так. Нижние Сарагозы. Нижние Сарагозы. Я слабо дрожу. Так можно? Да. О, нормально. Ну, девушки! Вот так они нас встречают. Друзья, большое спасибо за теплый прием. Ё-моё, вот это, ребята, мы едем так. Нижние Сарагозы. Нижние Сарагозы. Смотри, какие ямы. Яма на яме. Жесть. Мы же встанем покурим, подождем, пока фуры проедут. Что у вас вообще? Сидит улитка на панцире черепахи, и ну, черепаха ползет, она такая перепуганная, страшно попасть. Не спеши, разобьемся. Короче, что еще делать это? Да анекдоты рассказывать, семечки лускать. Галя Петровна, нас снимает. Не, может, да? Блогер снимает. Каменный век. Друзья, ну что, мы приехали в Нижние Сарагозы. А вот сейчас уже готовимся к выступлениям. Ребята готовы. Поэтому буквально через пару секунд мы будем начинать. Ребят, то чувство, когда на улице лучше, чем в помещении. Я вам серьезно говорю. И намного красивее. Лучше бы мы проводили это мероприятие на улице. Я думаю, людей бы было в два раза больше и было бы повеселее. Что по-твоему толерантность? Толерантность, мы называем... Работай людей, на камеру. Которые отличаются по цвету кожи, они... Не так, как ты сказал. А как я сказал? Не неграми, а афроамериканцы. Я ж не врёшь, что ты дрыщ высокий. Я не... Я не парюсь, я действительно дрыщ. А кто ты тогда, Наташа? Я? Я не... А у меня вообще идеальный рост. Без каблуков я не шпендик, а на каблуках не билдер. Так что у меня всё прекрасно. Ты идеально во всём. Ну, Серёж, я этого не говорила. Ты сам это сказала. Сука. Она этого не говорила. Наталья, ты попала в блог. Или в блог. Все, теперь у меня будет подписчиков. Да. У тебя не то, что подписчики будут, у тебя даже будут эти ухажеры, поклонники с Ютуба. Представь, с 200 подписчиков все равно найдется тот, кому ты понравишься. В общем, она... Ребят, на самом деле она мне за рекламу уже должна этот 50 турбосей, поэтому... Наташ, да успокойся, на карту Приватбанка скинешь. Нет, не скинешь. Не скинешь? Ну что, мы готовы? Мы готовы, как никогда. Мы готовы порвать Сарагозы, правильно я говорю, Сарагозы? Нижние Сарагозы. А, нижние Сарагозы. Верхние нам не надо. Ну что, мы поехали. Потом, собрав все нежные слова в красивой фразе, открыл глаза и понял, что ты плод моих фантазий. Когда было поздно, ведь наш союз мне так необходим, я вернулся снова сюда и всю ночь тусовал один. Давай. Ты меня называла фантазер. Фантазер, фантазер. Да мы с тобой не пора. Ты умна, ты прекрасна,
Я сказал, давай из нашего! Спасибо! Дмитрий Пузанов! Чистили в прошлом году, который я выиграл, 150 килограмм, при собственном весе 105. Ну, сегодня для вас поподнимаю немножко 120 килограмм, я напоминаю, это разминка перед следующим упражнением. Сейчас мы так просто разомнемся. Ну, а думаю, вы чуть-чуть меня поддержите. Спасибо!